Бесплатная энергия. Вечная лампочка. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриал. Вы находитесь на канале запрещенных технологий. Это, друзья, вечная светодиодная лампочка. Но она непростая. То, что установлено на самой лампе, друзья, вы будете просто шокированы. Это устройство, которое повышает мощность выходную, то есть что-то типа вечного двигателя. Я думаю, что вы нигде не увидите подобную технологию, только у меня на канале. Так что, друзья, обязательно делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнало о подобной технологии. А мы начинаем. Вы когда-нибудь себе могли представить, что есть такое понятие «вечная лампочка»? То есть вечная лампочка, лампочка, которая никогда не потухнет, потому что она работает от устройства, которое нарушает законы физики, классические законы физики. Эта коробка – что-то типа вечного двигателя. При подаче электричества она вырабатывает в десятки раз больше мощности, чем потребляет. Друзья, добро пожаловать на канал запрещенных технологий. Обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал. В этом видео вы увидите секретную установку, разработанную итальянским ученым. Называется эта установка ЕКАД. Это маленькая коробочка, которая способна выдавать больше энергии, чем потребляет. В обычном понимании физики вечный двигатель не существует, но создатели этого генератора поступили гораздо проще и интересней. Они сделали такую установку под названием ЕКАД, я думаю, вы ее сейчас как раз таки и наблюдаете. Это маленькая коробочка, на которую подается мощность 1 Вт, а то и меньше, и она преобразует эту энергию в 10 раз больше. То есть мы подаем 1 Вт, а получаем 10 Вт. Также у них есть установка, которая потребляет 10 Вт и превращает это в 100 Вт. То есть можно таких установок много коробочек наставить, и у вас будет просто полноценный вечный двигатель. То есть вы сможете обеспечивать квартиру себе, электромобиль, электросамокат или что-то в этом духе. И разработчики этого генератора, Leonardo Corporation, то есть стрим, который у них идет на канале, он как раз таки сделан специально для того, чтобы подтвердить, что их устройство, оно действительно работает. То есть вы сейчас можете наблюдать потребление, да, там где-то 10 вольт потребляет эта коробочка маленькая, которая закреплена сзади устройства, то есть лампы. Лампа примерно где-то на плюс-минус 10 ватт мощности рассчитана, и вот эта коробочка, она потребляет практически 0 ампер. То есть представляете, да, вы практически ничего не кушаете, при этом светится лампочка. Но также можно сделать и с аккумуляторами, например, купить дешевую такую установку, которая будет, я не знаю, ну, может, долларов 20-30 стоить. Это нужно смотреть на их сайте. И когда вы поставите такую штуку, у вас будет постоянно заряжаться батарея. Ну, то есть, вам мощность, например, постоянно не нужна, да, какая-то большая. Ну, то, что, чтобы сэкономить деньги, купить маленькую установочку, например, на 100 Вт, например, да, она где-то 150 или 200 баксов обойдется. И она будет постоянно заряжать огромные аккумуляторы. То есть, если сделать преобразователь, все как надо, короче, сделать, и будет у вас вечный двигатель. Вечная энергия, бесплатная. Сейчас тем более актуально будет, потому что, сами знаете, что происходит сейчас в мире, очень ужасные. Ужасные вещи происходят, и энергия, я думаю, как нельзя кстати, всем будет нужна. И учитывая то, что как раз-таки разработчик этого генератора запускает такой стрим, чтобы показать всем желающим, что его установка, она действительно работает, они на сайте собирают миллион предзаказов. То есть, как только будет миллион предзаказов, эти устройства начнут производиться. И знаете, что самое интересное, да? Обычно люди, когда думают, да, вот, ну, собирают деньги, там будут строить вечный двигатель, это неправда. В принципе, это было бы верное утверждение, но тут они сделали совсем по-другому. Понимаете, они как бы собирают предзаказы, но денег не берут. То есть, если вы закажете, конечно, 10 тысяч таких установок, то, может быть, и будет предоплата, но если вы заказываете там 10 или сколько-то, или одну хотя бы, вы, как бы, получается,
Я не помню, там платите вы за отправку или нет. Ну, в общем, факт в том, что если у вас она не заработает или не понравится, вы сможете вернуть деньги. То есть, если вы ее не будете, конечно, вскрывать и смотреть, что там. Вот. Так что лохотрон сведен к минимуму. То есть, установка достаточно просто сделана. А вот как она сделана, вот это уже совсем другой вопрос, потому что это уже гораздо интереснее вопрос. С этим мы будем уже разбираться чуть позже. Пока посмотрите видосик, и мы будем продолжать. А теперь, друзья, самое интересное. Откуда в этом генераторе, то есть вот эта лампочка, откуда там берется свободная энергия, халявная энергия? А мы сейчас с вами посмотрим. Если вы смотрели видео с переводом, то вы могли наблюдать, смотрите, первое. Блок питания, который подключен к обычной сетевой розетке, потребляет 10 вольт и 0.001 ампера. Понимаете, то, что это даже 0 ватт. То есть тут даже циферки не скачет. А этот блок питания, я думаю, будет гораздо качественнее, чем блок питания какой-то с Китая. Здесь установлена вот такая светодиодная лампа, думаю, мощностью где-то 5-10 ватт. То есть более подробно мы сможем посмотреть по маркировке позже. Далее, смотрим видос, и самое интересное, да, сначала я подумал, блин, а где же, ну, типа, коробочка, которую питают энергией? А коробочка вот она, друзья, сзади. Вот эта штука сзади, которая приклеена или приделана к лампе, она и есть та самая установка ЕКАД. Потому что это маленькая коробочка, которая вырабатывает энергию. Так, сейчас посмотрим, откуда ее будет лучше видно. Ну, вот с этой стороны, если посмотреть, да, пришпандорена вот такая круглая штука. Вот, это цилиндр. И в этом цилиндре как раз-таки находится устройство, которое берет от блока питания практически мизер, а выдает 5, а то и 10 ватт. Если я не поленюсь, сейчас попробуем найти с вами маркировку этой лампочки самой. Видео, конечно, ужасного качества, как всегда, но мы с вами посмотрим, что это за лампа такая. Если кто-то в комментариях найдет, друзья, обязательно тоже пишите, что за лампа, какой мощности. Вместе с вами будем разбираться. Далее на видео идет уже планшет, где показывается время. И если сделать по-простому, мы сейчас можем открыть стрим. И в стриме посмотреть, что часы действительно тикают, блок питания действительно работает, и эта лампа тоже функционирует. То есть, по сути, вечная лампочка. Так, а вот у нас и сам стрим. Думаю, название вы все видите. Все ссылки будут, как всегда, в описании. И более подробная информация, что не вошло в видео, да, или какие-то подробности, будут в моем телеграм-канале. Ссылки тоже будут в описании. Там же сможете обсудить с другими людьми, которые создают тоже подобные генераторы, какие-то интересные свои приколюхи. В общем, что мы видим? У нас уже идет стрим достаточно давно, его где-то уже минимум сутки назад запустили. И то там были с Ютубом, насколько я знаю, у них какие-то проблемы. Ютуб банил их стрим, потому что якобы что это мошенничество и все такое. Ну, сами понимаем, любые технологии, которые хоть как-то показывают что-то странное или интересное, да, сразу вызывают проблемы с законом, скажем так, да, то есть правительство, государство, оно не любит такие вещи, потому что если вы вот такую штуку поставите, вы будете не платить практически государству, то есть эту штуку можно запускать не от блока питания, а от аккумулятора, а аккумулятор, чтобы эта штука сама заряжала, либо какой-то другой аккумулятор, то есть можно бесконечный цикл построить, в котором нету государства и, например, государственных электросетей, то есть сами понимаете, да. Давайте посмотрим, что здесь на стриме такого интересного можно увидеть. Первое, та самая лампа, она похожа как от автомобиля какого-то старого, да. Вот, подключено два провода к ЕКАТу, который расположен сзади, и он уже питает саму лампочку. Вот, видим потребление, это первое, вольты, амперы и ваты. То есть ваты вообще ноль. То есть оно настолько там мизерные цифры, они только периодически проскакивают. Амперы у нас, видите, да, 0.001. Вот здесь написано все, что связано с этим генератором. И вот так эта установка будет выглядеть, друзья. То есть это мини-версия, у них есть несколько вариантов. Это маленькая, есть такая же на 100 ватт. То есть 10 ватт потребляет, производит 100 ватт. Понимаете, да, то есть в 10-кратно КПД, коэффициент мощности в 10 раз больше, не КПД.
Вот, смотрите, открываем, в общем, на сайте. Получайте чистую компактную энергию 24 на 7. Источник питания непрерывно вырабатывающий 100 ватт электроэнергии в течение не менее 100 тысяч часов. Вы понимаете, да? То есть это не самая мини-версия. А, так, она вот таким вот размером, смотрите, это получается на 100 ватт, да, у них. 250 граммов, имеет размеры 7 на 7 и 9 сантиметров. А объем меньше половины литра. То есть, понимаете, если даже запихнули бы туда батарейки, да, как сам разработчик говорит, что, ну, типа, вы можете просто на камере увидеть, что, ну, проработает он 100 часов, например, да, то есть, если бы там какие-то батарейки было бы, ну, были бы, да, то они иссякли бы, из блока питания началось бы большее потребление. А блок питания это также потребляет, понимаете? То есть, ну, элементарная математика, то есть можно высчитать, да? То есть почему вот другие генераторы, когда ставят, да, какие-нибудь барабанного типа, как у Слободяна, его генератор весил, например, там 70 килограмм, да? И в эти 70 килограмм там влезет, ну, много батареек, грубо говоря, да, если сделать фейк, то есть не настоящий генератор. Соответственно, здесь такая фишка не прокатит. Если генератор весит 250 грамм, ну что вы там, пару пальчиковых батареек засунете? Ну, какую-то батарею вы можете засунуть, да, но ее хватит на определенное время. То есть она не сможет там 100 часов работать на 10-ваттную светодиодную лампочку, например. То есть у вас физически это не получится. Хоть какой экономной ты не сделай лампочку, если только обманывать с лампочкой, но... Это все можно проверить приборами, понимаете? Мы в 21 веке живем, и сейчас это можно люксметром проверить. То есть, если лампочка типа светит на 10 ватт, а по факту на 1, это уже другой вопрос. Вот эта вот маленькая установочка, вот видите, она как раз круглая, и вот показана рядом кепка. То есть, это примерно как шайба. То есть, она стоит уже где-то 25 долларов, по-моему, где-то здесь было написано. Вот, 100 тысяч без замены каких-то материалов она должна проработать, что и хотят показать. Вы можете внести свой вклад, 25 долларов эта штука будет стоить, друзья. И в чем плюс-то, да, почему вот, ну, если вы купили такая штука, вы увидите, что она работает. На сайте также написано, что вы можете также подключить их последовательно. То есть взять как аккумуляторы, ну, 20 таких штук поставить, и будет у вас, блин, много энергии, 100 ватт. Пускай даже вот эту 10-ваттку, его можно просто на освещение оставить. Какой-нибудь один аккумулятор поставили, он постоянно заряжает 24 на 7.